Сегодня 26 февраля. Ровно 85 лет назад, 26 февраля 1933 года, в Самаре появилось новое учебное заведение. На базе энергетического и механического институтов был создан индустриальный вуз. В 1962 году его преобразовали в Куйбышевский политехнический. А еще через 30 лет институт перешел на многоуровневую систему образования и получил статус государственного технического университета. 26 февраля послевоенного 1946 года в Куйбышеве и Сызрани началась коммерческая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями. Население восприняло эту новость благожелательно, поскольку это привело к снижению цен на хлеб на местных рынках. 26 февраля во многих странах мира отмечается оригинальный праздник – День неторопливости, он же День медлительности. 26 февраля в разные годы были рождены французский писатель-романтик Виктор Гюго, выдающаяся советская прима-балерина Алла Шелест, популярный актер театра и кино Евгений Жариков и прочие знаменитости. В народном календаре сегодня Мартинианов день. Этого святого на Руси считали укротителем страстей. Ему молились об укреплении семьи и избавлении от соблазнов. Для этого дня существовало несколько примет на погоду. Говорили, к примеру, что если на Мартиниана снег тает, то весна придет дружная. А если день пасмурный, то весна будет холодной и долгой. Этот день еще называли светлым. Принято было выходить ночью во двор и окликать звезды, чтобы от их сияния прибыло зоркости глазам. Такими событиями ознаменован 26-й день последнего месяца календарной зимы. Всего вам самого доброго!